к городу Черкассы. Видим количество предложений 7388 объектов жилой недвижимости. В январе, это первичный и вторичный рынок 2024 года, было выставлено для продажи. Также положительная динамика роста плюс 1,5%. Дальше. Социальное жилье – это стоимостной показатель. Рост плюс 0,37%, друзья, также видим за месяц. Ну и эконом-комфорт бизнес-класс, тоже вторичный рынок. Та же самая положительная динамика роста плюс 0,29%. Переходя к первичному рынку, мы видим, друзья, что квартиры эконом-класса подорожали за месяц плюс 0,40%. В абсолютных цифрах, друзья, вы можете сами прочитать, ну, я экономлю, так сказать, свое и ваше время. Ну и первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс, видим рост плюс 0,26%. То есть мы говорим, что уже по двум городам, о которых я вам рассказываю, это город Житомир и город Черкассы, за месяц мы увидели по всем классам рынка недвижимости, первичный и вторичный рынок, динамику роста. А следующий